Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И сегодня я постараюсь вам рассказать, на что следует обратить внимание при выборе ваших первых ботинок. Самым главным критерием при выборе сноубордических ботинок является, конечно же, размер. А чтобы определиться с размером, нужно померить разные ботинки. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что сноубордические ботинки с одинаковым размером сидят по-разному, одни вам жмут, другие наоборот свободные. Поэтому основное правило, которое мы должны знать, это правильный размер. Помимо размера, также существует еще такое понятие, как колодка. На сегодняшний день, опять же, колодки бывают разные. Бывают широкие колодки, бывают узкие колодки, бывают высокий подъем, низкий подъем. Чтобы найти правильную колодку, нужно померить несколько разных брендов. Помимо размера колодки, существует разная жесткость ботинка, которая тоже очень важная и тоже очень принципиальное значение. Потому что если вы новичок, конечно, нет смысла брать какие-то жесткие ботинки. Мягкий ботинок сразу дает новичку достаточно большой комфорт. Мягкий ботинок также прощает очень много ошибок. Также помимо размера, колодки, жесткости, мы с вами можем уделить еще внимание шнуровке. В сегодняшний день можно выделить, пожалуй, три основные шнуровки. Это классические шнурки. Классические шнурки существуют на протяжении всей истории сноубординга. Наиболее популярной на сегодняшний день завязкой является система Бо. Также есть такие истории, например, как у компании Burton, это система Speedzone. Это тоже очень быстрая система затяжки. Она имеет двухзонность тоже, когда вы затягиваете нижнюю часть ботинка, верхнюю, очень анатомически правильно такая система сделана. А похожие системы есть у многих тоже производителей. Друзья, также все производители сноубордических ботинок используют гигантские технологии в изготовлении и в производстве внутренников. Внутренник ботинка – это действительно очень важный, неотъемлемый элемент, который влияет действительно на очень многие вещи. Технологии во внутренниках, они очень мощные, начиная, собственно, от самых простых, заканчивая какими-то супер пенополиуретановыми с подогревом и так далее. Друзья, есть еще один такой очень важный момент, которым тоже не стоит пренебрегать, это сноубордические носки. Основная задача сноубордических носок – это сделать максимально комфортным ощущение в катании. То есть они не дают потеть ногам, они нивелируют какие-то микрошвы внутренника. То есть в целом ботинок со сноубордическими носками сидит гораздо комфортней. Подводя итог сегодняшнему такому гайду по ботинкам, хочется сказать, что действительно сноубордическая обувь – это один из самых главных элементов в комплекте. Выбор обуви, он очень важен и требует действительно такой определенной ответственности и осознанности. Поэтому, друзья, выбирайте ботинки правильно, со всей ответственностью. И тогда, я думаю, что вы будете кататься, получать удовольствие и прогрессировать в сноуборде. Ну а с вами был Epic Board Shop TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока!